Веселая и громкая музыка, детский смех, подвижные игры и конкурсы. На спортивный праздник в одном из дворов на улице Аскольдовцев собрались жители соседних домов. Пришли целыми семьями. Мурманчане решили провести этот день активно. Когда утро начинается с зарядки, хорошее настроение обеспечено до самого вечера. Здесь всегда есть программа не только для дошкольников, но и для детей школьного возраста, а самое главное и для взрослых, потому что очень важно, когда ребенок вместе с родителями или с бабушкой, дедушкой вместе выполняет какие-то упражнения. Это очень объединяет и формирует очень позитивное отношение к занятиям физической культурой. Проект «Родной двор, родной город» уже больше 10 лет радует северян. Несмотря на простоту заданий, дети соревнуются серьезно, с полной отдачей. Мне очень нравится. Так, необычно все тут. Можно всякие испытания. Очень интересно и очень сильно все мотивирует. Вдохновление. Веселые вдохновления. Крутые, праздничные. Солнце еще светит. Очень классно, что существуют такие соревнования для детей. Им очень весело здесь. Во время соревнований дети и взрослые получают не только заряд бодрости и энергии, но еще и подарки. Каждому участнику вручают сладкий приз и диплом. Акция направлена на возрождение и развитие дворового спорта. К соревнованиям может присоединиться любой желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Праздник «Родной двор, родной город» проходит каждое воскресенье на разных спортивных площадках Мурманска. Кирилл Гребеняк, Данил Пугачев, ТВ 21+.